Привет, народ, с вами Никфрост, добро пожаловать в Mortal Kombat Mobile. Только что обновилась у меня игрушечка. Ну как обновилась, я ей помог, ручками ее обновил, так как ждать пока этот эмулятор, ух ты, пока эмулятор выкачает с Google Play, слишком долго. А так как копия игры у меня уже была с моего смартфончика, у меня, понимаете, все синхронизировано, у меня все совсем синхронизировано, все компьютеры друг с другом, все смартфоны, планшеты. Поэтому мне иногда быстрее просто откуда-то перенести, чем выкачивать с интернета. Так, поприветствуйте Sub-Zero из Mortal Kombat 11. Его пассивная способность «Полярный вихрь» накладывает на противников морозилку, а сам он может один раз спасти каждого напарника из МК-11, заменив его ледяным клоном. Получите Sub-Zero в качестве награды в войне фракции или найдите его в новом алмазном наборе. Я, наверное, наборы открывать не буду, что-то мне так кажется. Классика Mortal Kombat возвращается. Купите новый набор классика ради эксклюзивного шанса получить алмазные карты классического Люкана, классического Рейдена или классического Джакса. Ха-ха, да вы издеваетесь. Так, ну и давайте награды заберем. Да, короче, меня вот этот разводняк с наборами, ну вообще не радует. Так, забираем награды. У меня, кстати, отрядик уже есть, ваши пожелания, кем я буду играть. Так что, сейчас посмотрим, сейчас все будет под настроение. Буду я открывать эти наборы или не буду? Мне тупо жалко душ. Ну, как бы, блин, страдаешь, блин, играешь в войны фракции, там, набиваешь их. И что? Они дают мне шанс? Они дают мне шанс? Да идите вы в задницу. Они дают мне шанс. Верните нормальный магазин, чтобы я вот накопил, блин, 460 душ и купил кого надо. Да, все, тут уже все, чики-пики, принять. А ну-ка, давайте мы на классику почитаем, что они тут пишут. 6% получить классику. 6%. Как тут немного изменился набор. Содержит одну карту персонажа, две случайных карты и три карты повышения уровня. Скорпион, Саб-Зиро и Рейден. Итого у нас есть 9%. 9% получить кого-нибудь хорошего. 9% это ничтожная цифра. Сейчас мы решим, будем мы его открывать или нет. Мне бы не хотелось. Хотя, в принципе, один или два набора в неделю, в принципе, наверное, можно открывать. Даже два набора в неделю, наверное, можно. Я думаю, что я в неделю 800 зарабатываю. То есть по 100 с чем-то я имею каждый день просто из режима заданий. Ну и, наверное, за войны фракции что-то же мне падает. Вот здесь у нас что? Как всегда, какая-то фигня. Я не знаю, ребята. Значит, давайте два набора откроем. Если выпадет Саб-Зирыч, то играем отряд Саб-Зирычем. Куда я смотрю? На второй монитор. А если Саб-Зирыч не выпадет, то сыграем отрядом Куан-Чи, Чернокнижник, Шао-Кан, Завоеватель и Шинок, Игра в кости от Джонни Муна. Ну что, рискуем? Короче, я думаю, ни хрена не повезет. Хотя помните этот ролик с Рейденом? Блин, сука, было приятно. Ах, как было приятно. Ах, ты ж ёкалеменная. Ну и буду надеяться, что он в военных фракций будет выпадать. Ладно. Выпади что-нибудь хорошенькое. Выпади, и мне так жалко этих душ, их просирать тупо. Я не могу, блин. Левелапы, отлично. Я, кстати, буду рад даже Рейдену или там Скорпу. Нахрен тот Саб-Зиро. Главное, чтобы не впустую 400 душ. Ой-ой-ой, что-то мне не нравится эта карта. Помните, раньше сверху тут такой пыптык был такой? Типа, если у вас будет слияние. А если его не было, это значит, что у вас... что у нас? Либо карта максимального уровня, да? Либо ее вообще нет. Сука, барабанная дробь, ну же. Да! Триборги мне четко падают и в режиме заданий, и в войнах фракций. Спасибо. Черт, второй набор, все, на больше я просто не могу. Через неделю откроем новый. Так, офигенно, спасибо за триборга. Триборг классный, кстати, реально классный. Вся банда с триборгов классная. Так. Главное, сейчас они такую вот эту, я не знаю, как это без матов сказать. Обманку. О, у меня было другое слово. На йо.
полярная воронка. На соперников только хотел вам дальше порассказывать по поводу вот этого пыптыка, но похер на него. На соперников Саб-Зиро из МК-11 на 12 секунд укладывается эффект морозилки. Погодите, на соперников? Саб-Зиро, надеюсь, из МК-11, а не соперники МК-11. Ох и перевод, блин. Эффект морозилки, когда Саб-Зиро из МК-11, а, видать, это так называется боец, как по конченному написано, да, выполняет завершающий комбо-удар по соперникам с морозилкой. Он с вероятностью 30% замораживает их. Если в отряде Саб-Зиро есть персонажи из МК-11, он создает ледяных клонов, чтобы спасти их, но не более одного клона на каждого персонажа, а на себя он умеет создавать? Ледяной клон взрывается и наносит малый урон, а также вызывает кровотечение. Что ж, Джонни Мун, твой отряд в пролете. Жди следующий ролик. Так, так же настроение поднялось. Все, все, на неделю забиваем на этот сраный набор. Так, один день, 11 часов, режим заданий. В принципе, можно отправить. Теперь можно спокойно в режим заданий отправлять людей. Сейчас, ребята, все будет. 10 битв поиграем. 10 битв. Пока, Танюша, пока. Кстати, когда-то так Танюша левел получила. Пока, Люканчик, пока. Это тот, который больной. Поет тут. Это просто радость от, сука, Саб-Зиро. От того, что я всего лишь 800 душ просрал. И мне повезло. Тебе повезло, ты не такой, как все. Ты работаешь в офисе. Так, погнали. Собирать, как я говорил в прошлом ролике, нубасский отряд нубасиков. Так. Фильтруем их по атаке. Кабаке. Так. Как отсеять нахрен? Нахрен. Что мы видим? Мы видим, что мы можем... Сейчас я усядусь по... Блин, сука, поудобнее. Мы видим, что я могу отправить Рейдена, который из МК-11, но тем не менее... Но тем не менее... Золотой. Скорпиончика и... Морозила! Морозила. Я, кстати, не с таким переводом, по-моему, смотрел, так что у меня не морозила было. Я, кстати, малую с украинским переводом первую часть заставил посмотреть. Блин, сука, солнце светит. Солнце светит прямо в глаз. Я думаю, вам видно, как освещена эта часть. Часть моей головы. Блин, капец. Ну ладно, я думаю, что и с ослепленным одним глазом я затащу. Ну что, давайте его качнем. Качнем, 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 качнем. Так. Так. Та-та-та-та. Замораживает их. Есть, когда Саб-Зиро выполняет завершающий комбо-удар по соперникам. Просто комбо-удар. Сморозило. Ладно, мать его так. Апаем. Ап, ап, левел ап. Каждый раз оно так долго думает. Теперь при нажатии об 1 недели дракончика. Почему он не крутится? Справа дракончик загрузки. Так, блин, я забыл включить часы, сколько идет ролик. Да похрен, будет длинный ролик, это я вам обещаю. Это я вам обещаю. Взрыв сосулек. Взрыв сосулек, то есть кровотечение. Это почитать нельзя. Что мы морозили поставим? О, какая у него дурацкая эта башка. Ё-моё. Камень Шансуна только открыл. Ну, давайте ему родную шмоточку дадим. Можно молоток ему дать. Предлагаю морозили поставить молоток. А вот эта штука с обледенением, как, когда она действует? На соперников на 8 секунд накладывается эффект морозилки. На соперника. Это когда она накладывается? Сразу же бы первым ставить или вторым, или третьим. Когда она накладывается? Дадим ему молоток по той причине, что он слишком слабый. Молоток немного добавит ему урона. Далее мы ему дадим ледяные... Бля, не помню, что они делают. Давайте почитаем, что они делают. Урон от основной атаки. Повышение шанса критического удара.
понятно. Короче, Sub-Zero у нас будет непонятной хренью. Станет он вторым, поскольку я нифига не знаю о его пассивках. Sub-Zero? Угу. Да ну. Фоны там какие-то. О, давайте откроем одну карту, блин, хотя они появляются явно чаще, чем я их открываю. Ничего, в прошлый раз их у меня накопилось 13 штук, а я ведь макрос создал. Помните, где-то вот тут у Николая был макрос? Общая папка, синхронизация. Где-то здесь у меня были макросы. Запись видео с экрана. Тряхнуть. Вот, запись макросов. Включил эту самую воспроизведение записанного макроса. Посидел тут, пока помонтировал за первым монитором. А на втором мониторчике оно там пооткрывало мне наборы. Так что, наверное, и на этот раз, чтобы не терять время, я макрос запущу. Пусть он, блин, их открывает. Так. Ты у нас будешь опустошать. Я не помню его пассивку вообще. Так, он получает уже какую-нибудь броню. Блять, я извиняюсь за это. Это было по поводу вот этой фигни. Сколько, блин, обновлений у нас прошло, но легче от этого не стало. Так, Скорпиону явно надо дать что-то другое. Броню я дал, пусть Рейден экономит прием. Скорпион у нас получает... Что там камень Шансуна делает? Расход на все спецприемы, бонус включения. Команда противника теряет здоровье, если владелец побеждает. Но оно лучше, чем кровавая эта хрень. 15% увеличение урона, 25% бонусов. Блин, наверное, это более полезная вещь, чем камень Шансуна. Так, и остался у нас Рейден. Рейден, детка, Рейден. Рейден. Чё там Рейден делать? Надо, я... Понимаете, я редко стал играть в комбат, поэтому я каждый раз читаю, что он умеет делать. Вероятность оглушить противника при успешном завершающем комбо-ударе, когда Рейден трах-тарарах, он отключает противнику возможность комбо-удары, персонажи получают иммунитет к истощению... Что? Получает иммунитет к истощению силы? Нихера себе. Так я мог тогда это и не ставить отбор. О, на тебе, Рейден. Рейден родные вещи не получает, к счастью или к сожалению, но не получает. Хотя мог. Будь он алмазом, я бы ему так и быть его шляпу дал. Чего там скорб делает? Что-то там кого-то поджигает, да? Наносит трем противникам, наносит три. Непонятно. Урон от огня в течение 9 секунд в начале битвы и после входа в скорпион. Чё-чё? Последняя часть. Ага, смертельный удар, даже не знаю, что это такое. Короче, погнали. Сперва 3, потом 7. 3-7. Или 2 по 5. I don't know. Или 2 по 7. Бля, 2 по 7, такого еще не было. Unbelievable. 2 по 7. 15 битв. Я хочу его вкачать. Просто хочу Sub-Zero вкачать. Вперед, будем избивать лохов. Так. Значит, вчера у меня был мега, сейчас мы протрем, интересный день. Я прошивал вот этот Sigma GPS ST50 Made in China, Rechargeable Battery. Офигенный навигатор, ему уже 9 лет. Также занимался смартфоном Xiaomi Redmi 5 Plus. Монтировал кучу роликов, сделал новый список выхода роликов на канале. Короче, не играл вообще, потому что считал, что буду много кашлять. Сегодня, даже если я буду кашлять, я решил, не буду это дело вырезать. Так, но не будет удара. А что, он еще шатается? Что там второй прием у него? Не помню я ни хрена. Так, он выжил, мы дадим ему расплюнуть. Хочу видеть морозило в действии. Итак, выходит он, красавелла, и заморозка у него как устроена? Классическая. Что? Щито?
Графон, как вы видите, говнистенький, потому что игра только обновилась. Я на 4 PD даже не стал заходить. Ладно, не знаю. Я надеюсь, 5 уровней он получил, поэтому мы сейчас ему апаем, второй прием. Да, он получил даже 6 уровней Саб-Зиро. Его, конечно, можно быстренько вот этими карточками догнать до нужного состояния. Ледокол, истощение силы. О, это годно. Вот оно, куда можно девать деньги. Вапанье приема. Ой, как оно задумалось. Кстати, а где же это колечко? Почему же вы его брали? Я ведь всегда видел. Почему здесь они разделили этими штучками? Мне нужны такие Mortal Kombat. Почему вот здесь такой непонятный штрючок? И где-то он еще должен быть. А вот и здесь тоже, да? 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Кто мне объяснит, что это такое? Что это? Вот и здесь. Вот и здесь. Так, кстати, а морозило его крутить можно или нет? Я тут так редко бываю. Можно, а приближать, удалять нет? Почему у некоторых они такие большие, аж здесь у них головы как будто с экрана вылазят? Это на смартфонах с отношением сторон 1 к 2? Вау! Блин. Брат Нупсайбат? Короче, погнали дальше. Морозило уже нифигово валит. 4 косаря. Вчера посмотрел обзор Mortal Kombat 11, аж что-то захотелось в него поиграть, но поскольку времени голяк, я поиграю в него, когда будет скидка и полное издание. Ну и когда, естественно, он в Украине появится. Because Warner Bros. Почему-то кинула файну Украину. Так, все, нахер, играем морозилой. Хочу. Очу. Кровотечение, надо же, сосульки. Вау, вы видели, какой у него значок был? Это вот этот? Это вот это морозило? Нифига себе, Кеншин наносит колоссальный урон, но не тут-то было. О, давайте рейды нам этот самый сделаем там. 3 раза комбо сделаем, или сколько там надо? Хочу посмотреть. Крутой этот. Так и крутится сказать блоуджоп, но... Но имеется фатал блоу. Да блин, я хочу увидеть. Наверное, Рейден их всех убьет раньше, чем я увижу эту штуку. А, ладно. Морозило на добивании. Второй прием, как у него устроен второй прием? Куяси. Вау. Кстати, как оказалось, я не знаю, на каком двигле эта игра сделана, как оказалось, Mortal Kombat 11 все еще не мучает Unreal Engine 3. Я думал, уже давно на 4 переехали. Сколько можно еще его это мучить? Наверное, уже на 4 перейдут на новом поколении консолей. Так, ну что, с этот самый Sub-Zero, благодаря молотку, он неплохо валит. Да, вот сними молоток, и мы сразу же увидим, какой он лох. Оно тут отображает. Атака 4000, да? 4000, атака, а ну-ка, атака 5022. И где эта хреновина? Это явно, ну, теоретически она должна добавлять, но, по-моему, здесь она в статистике не участвует. 5022, что тупо, должен я сказать. Very тупо васто. Ну, ладно. Так, играем дальше. Супер мой отряд. Теперь буду такими лохобанами играть, а что поделать? Началась новая эра без переборов наборов. Раньше у меня почему все бойцы были? Потому что я мог по дороге на работу сидеть и 20 минут паки открывать. А теперь не могу. Я надеюсь, камера меня нормально показывает, потому что я особо не проверял. Я одел эту самую олимпичку, так как у нас дубарь. Так, морозило, фигарь. Вот, теперь уже подкачался по урону. Сейчас мы сделаем кровотечение, а может и не сделаем. Он вообще замораживает или нет?
Ну, кровотечение делает, главное. Так, Рейден, даже если я тут 100 сделаю, анимацию мы не увидим, потому что это не такой уровень. Костяной щит, костяной. Так, пора выпускать скорпиона. Лохи. Черт, я реально доволен, что со второго набора выпал Саб-Зиро. Это видно потом, как я оживился. Что настроение прям в такое... Ух, ё-моё, всего лишь 800 душ просрал. А не там... 1800. Джонни Мун, 46 минут назад. Нет, Джонни Мун, придется тебе подождать. Но если ты смотришь этот ролик, ты понимаешь, что твой отряд будет когда-то. Кстати, вчера ютубчик меня переключил на новый интерфейс. Я долго рыгал с творческой студии. Ну, а я в нее иногда заглядываю, но, блин, там она очень калечно сделана. И не хватает там еще столько всего. Но вот думаю, может все-таки вернуть ее по умолчанию. Как бы привыкать. Рано или поздно YouTube переведет на нее. И, блин, от этого никуда не деться. Вау, Китана, ты промазала, дура. А как так вышло, что она промазала? Тут-тут-тут-тут. Мне нравится, как он делает это. Кстати, второй прием у него должен отбирать силу, да? Сейчас мы проверим. Ну, не сейчас, а в следующий раз, конечно. Но второй прием мы как-нибудь заценим. Та банда просто. Банда, ядрен батон, банда. Что-то мне прям захотелось эти наборы поперебирать. А я могу в них попасть прям с этого режима? Чисто вот тут чисто... Чисто, погодите, где тут надо нажать? Подвиги, я могу попасть в тот слайм? А, отсюда я могу выйти на главную? Хе-хе! То есть выйти прямо вообще? А ну, давайте проверим, работает моя эта фишка с... Где она? С макросами. Запись макросов. А ну, так. Я убрал руки. А, ну, так. Открывает. Оно открывает. Почему я сюда залез? Я хочу посмотреть, выпадет ли... я могу мышкой водить. Бля, магия. Хочу глянуть, вдруг может Саб-Зиро что выпадет. Хочу ему какую-нибудь позу. Да любому из них, а то они как лохи стоят. Иногда, кстати, не срабатывает мой макрос, где-то промахивается. Где-то, видать, мышкой я что-то там... Ну не знаю, не всегда срабатывает. Вот сейчас он так что задумался. О, сработало. Ведь оно следило за моими кликами и движением мышью. Возможно, где-то я накосячил. Либо, скорее всего, макрос корявый. Редкость что-то там. Повелитель душ Ермак, фон. Офигенно. Классический Рейден. Редкость бесценная. Что вы говорите? 4 набора наличий. Коснитесь, чтобы открыть. Это такая у нас рекламная пауза. А вдруг что-нибудь на Саб-Зиро выпадет? Саб-Зиро морозило. Все-таки, кто согласен, что в игру добавили нормальный сюжетный режим, как в Mortal Kombat 11, ставьте лайк. Но хотелось бы, чтобы, блин, игра, ну реально, обладала какой-то сюжеткой. Ну это же несложно сделать. Тем более бойцов они сами дают. Тем более бойца, которым надо играть, они подсовывают сами. Вот здесь уже какой-то косяк. Не нажалось продать. Макрос это самое. Макрос уже это поломался. Надо его остановить. Остановить. А может оно уже само останавливается? Ну-ка глянем. Почему-то не открылся последний набор. Это значит, что макрос дальше будет действовать, но он будет промахиваться. Он будет по менюшкам рыться и в этом духе. Короче, я бы не отказался от нормального сюжетного режима. Вообще, объедините все 3 комбата, начиная с девятки. Вот это было бы круто. Но им это не интересно. Им интересно что? Им интересно наборы. Им интересно, чтобы мы как можно больше теряли. Ух ты, блин, редкость классическая, непобежденная. Что это такое? Это фон такой странный? Ого. Им интересно, чтобы мы побольше душ тратили и донатили. Вот что им интересно. Так, ну давайте последний откроем, раз уж мы в этом режиме.
И пусть тут выпадет три вещи. Одно для Саб-Зира, одно для Рейдена и одно для Скорпиона. Это будет круто. Отродье Девора. Спасибо, блин. Тотем бесценный. Это вообще куда было? И что? Чё, тебе ничего не открылось? Обидно. Хоть насмешка есть. А, это у тебя такое-то? О, это у тебя такое-то? Оказывается, у него что-то есть. Рейден. И у Рейдена даже есть стойка. Нифига себе. Это у него даже есть. Да, ну Саб-Зира че нет, к сожалению. Да ничего, он уже валит 5000. Красавелла. Победите в 25 раундах в войнах фракции. То есть скоро я ему открою. Опа. Ого. А где набор Хэллоуин? Где набор Хэллоуин? Ладно. Ладно. Качаем дальше. Качаем. Саб-Зирыча качаем. Так, какие у меня еще планы? Сегодня никаких планов. Да, жена на работе, уроки сделаны. В бассейн идем, потому что дитё тоже заболело. На улице дождь. Хотя... Сейчас уже, судя по тому, что я вижу в окошке, уже дождя нет. Поэтому буду пялиться весь день в игру. Блин, по-моему, у меня левый глаз дергается. Вы это видите? По-моему, у меня... Я вообще-то с ночи. Обычно Николай, когда с ночи, он такой уставший. Ёпта, у меня левый глаз дергается. Доигрался. Такая красивая анимация прерывается вот этим непонятно чем. Вау, приманка. Приманка. Дай мазафака. О, нифига себе он стрельнул. Хуч. Необычно такие играть этими бойцами. Че, глаз уже не дергается? Все долбанное освещение, я просто не привык при таком свете играть. Это я специально, чтобы там просто писали, что хотят с камерой в комментариях. Типу, хотим тебя видеть, Микола. На соперников не смотрю, там бессмысленно смотреть. Ну, спасибо за внимание, с вами был Ник Фрост, пока. Если серьезно, то, конечно, обидно, что выкидывает. И чё? Ну, 5 бит теперь проведем. Как раз я им восстановил энергию, да? 5 бит у меня там прошло. На 6 зависло нафиг. Да, еще 5 бит проведем. И, наверное, у нас будет 15 раундов. Не 14, а 15. Круто. Или давайте 3 плюс 7. Гениально. 5 плюс 5 или 3 плюс 7. I don't know. Ну, награду мне, награду за войны фракций. Давайте. Не? Боец 3. Так что, 3 плюс 7 или 5? Или 5 плюс 5? Так, надеюсь, на этот раз соперники будут посильнее. Вау, резистивный экран. Тут даже есть стилус, блин. Один стилус. Херено. Второй стилус, телескопический, блин. Щит побери, I don't fucking ready. А ну, блин, залезай назад. Давай, детка, давай.
Полезай в свою нишу. Короче, классная вещь. Да, да. Сигма, Сигма, фирма Сигма. Да, уже даже сайт не работает. А страница на 4 пида уже 4 или 5 лет не обновлялась. Тяжко мне вчера пришлось с ним. А, мне нравится, как эти пульки летят. Как будто стреляешь этим. Нифига себе, тормозит. Как будто стреляешь. Кстати, пишу еще такой нестандартной прогой, блин. Shadow Play мне никогда не тормозит. О-о. Что-то хотел еще умное сказать, но забыл. Ах, да. Что-то NVIDIA накосячила с последними дровами, что у меня слетел этот самый GeForce Experience. Чего они так... Чего они так налажали? Теперь приходится другой прогой писать. Не, можно переустановить, но мне тупо лень. Жду следующего релиза, может там пофиксят. Они все умирают. Что тут сказать? Войны фракции совсем не те, что раньше. Вот помню, когда не было читеров. И добавили двух Джейсонов. И ты заходишь в войны фракции, там два Джейсона и Куан Чи, который их воскрешает. Это было эпично. И, сука, слэшер стоит первым. Это да. И каждый раз встает плюс один к силе. Это было круто, блин. Да, да, да. Тогда жопа балансу настала сразу. Потом они стали выкидывать нахрен Джейсона, который регенерирует. И ставить Соню. То есть щит, воскрешалка. Ну и он сам по себе встает. Вау, я смотрю, как у него сделано это самое. Что ты такое делаешь? Рейден, детка. Золотая карта против алмазки. Хотя она, наверное, тоже золотая. Просто она у меня чересчур качанная. О, прикол. Одной дал похлебалу, и второй дал похлебалу. Это же надо такое, одним спецприемом. Как в старые добрые времена, когда Мелина могла одним саем первого убить, и потом выскакивать второй, и еще и пульнуть вторым саем во второго. Well done. Well done. И голос свыше говорит, кстати, вы же в курсе, что можно поиграть, а за что там, за синхронизацию с мобилкой, или за что там дают голос, это, кронику? Можно ведь, те, кто меня смотрит и играет в 11-й комбат, вы же можете поменять голос Шаокана, ну или кто там вот это говорит, fight ready, upstanding, на голос, по-моему, Кроники. Я не помню, что надо сделать, по-моему, синхронизировать с этой самой, с мобилой, и зайти в опциях и поменять. Но это не точно, потому что... Как вы понимаете, у Николая 11-го комбата нет. Ну, где-то я натыкался на какой-то гайд по этому поводу. В Steam, по-моему. Я не понял, ну что, типа, он не в блоке был или оно блокбрейкер? Чеснокодавка! У меня чеснокодавка. У меня тут это, план. Попробуем еще раз пальнуть. Надо как-то в следующий раз выждать момента, чтобы... Блин, промахнулся это. Да, и такое бывает. Дождаться, чтобы это... В блок пальнуть. Да. Ну, качаем. Качаем. Конечно, это не то, чтобы мне хотелось. Но качаем. Качается падла медленно. Вот если бы его поставить к той моей Джейд, которая уже там 30 чем-то тысяч валит. Вау, против меня алмазы. О, самая сильная карта, да. Второй прием у меня неплохой. Как бы мне так выключить второй экран, чтобы он мне не мешал? Я боюсь, что во время выключения второго экрана у меня это... Запись прервется. Сейчас я сяду, сползаю. О, надо сидеть ровно. А то будет сколиоз. Да, пришла моя малая со школы. На прошлой неделе такая говорит, папа... А нам сегодня фильм показывали. Я говорю, да, и какой? А она... Про сколиоз. Капец.
Что-то звуки какие-то есть, а у меня это удары никакие не идут. Так, что там по поводу удара? О, блок. Вы видели? Он точно стоял в блоке. Походу блокбрейкер это дело. Ура! Мы от него... Чё, оцепенение? А оно в честь чего, я не понял. А в честь чего у него было оцепенение? Он же, по-моему, не оглушает, а силу забирает. Морозила, бери! Не, реально там этот самый ступор был. Короче, похер, где-то чья-то какая-то пассивка накладывается, но мне падло читать и вникать, кто из них это делает. И главное, что работает. Главное, что балансу жопа. Так. Неплохо было бы его докачать до 20 уровня. Это было бы very, very, very круто. Very, very perfecto. Так, что вам еще такое? Пока идет загрузка, я реально не знаю, чем себя занять. Шнурочек мини-USB. Мини, блин. Вот насколько древнее это устройство было. Мини, не микро. Не Type-C. Мини-USB. Вау, что-то она так дико горит. Ах ты, штучка. О, нифига себе навалит. Надо было посмотреть, сколько у нее жизни. Ого, нихера себе, она реально маслает. А, Саб-Зирич спас моего скорпа. Шлёндра. Чё тут у нее жизни не отбирается? Вы мне не объясните, почему такое происходит? Блад, Рейден, живи. Не вздо, Рейден, ты выживешь, тебя еще раз Саб-Зира спасет. А чё этой бабы жизни не отбирались? Да блин, ну что за нахер? Можно и мне поиграть, алё? Походу она там максимального слияния, я не посмотрел. А эти лохи, наверное, в компании выйдут. Вот эти морозила сейчас выйдет. Это тоже, по идее, должен быть лохом. Теоретически. Судя по тому, какой он колоссальный урон нанес. Так, а вот с бабой что-то не то. Какого же она уровня? Ух ты, блин. Вот что значит, когда заходишь и не читаешь. Чуть сам себе жизнь что-то отнимает Рейден. Нормально. Я в шоке. Это просто я перед смертью пальну. Я понимаю, что толка от этого нет. Блять, кого сливаем? Рейден же самый сильный. Хочу рентген. Рентген, рентген. Рентген, рентген. Короче, да. Баба, надо было посмотреть перед тем, как нажимать старт. Так. Минус корп. Хер тебе, у меня таланты. Оглушен. Бля. Короче, как вы понимаете, этот раунд не за мной, потому что забить такую кобылу будет просто нереально. Что-то нифига сила не отобралась. Нереально сила не отобралась. Что-то там, по-моему, косяк в переводе. Бля, да она регенерирует быстрее, чем мы тут ее бьем. Давай, морозила, копи на второй прием. Он у тебя крутой, молодец. А, иммунитет к истощению силы. Ах, вот оно что. Вот оно что. Щит побери. Короче, не забьем. Ну что тут думать? Она просто тупит, просто нереально. Уже давно бы нас всех раскидала. Минус Рейден. Пока, Рейден. О-оу. Влад. А, херушки тебе. Короче, да. Я не знаю, как этот подбор работает, но они что, реально думали, что я смогу завалить своим Саб-Зиру такую бабу?
Баба-робот. Кстати, баба-робот у нас теперь Фрост. Обидно. Думал, будет отдельный новый боец придуманный. Они взяли Фрост, сделали бабой роботом. Минус Саб-Зиро. Черт, я, конечно, сражался. Надо будет глянуть, сколько у нее жизни было. Да. Подбор у такой. Всего лишь что 25 уровень. Что-то как-то она... А, слияние. Тут важно слияние. 25 уровень. Так, куда тут надо нажать? Поражение, блин. Ёпта. Мне говорят, блин, как их забить? То есть, вот такие, как у меня бойцы. А против них третье и четвертое. И народ жалуется, что, блин, как же их убивать, как же их убивать, как же их убивать. Да легко, меняйтесь почаще, там, отбирайте силу, и все у вас будет хорошо. Но это одно дело, третье-четвертое слияние. Ну, блин, десятое. Я старался, сука, я старался. Какая-то статистика не такая стала. А, вот тут надо. Нанесено урона 106 кусков. 106. Это урона получено. Девяносто девять. Да. Коза. Козлина. Ну что, ребята, еще 5 уню. Саб-Зиро, наверное, не прокачается. Саб-Зиро не прокачается, потому что ему надо в команду типа кого-то другого. Ну, мы играем этим отрядом, продолжаем 5 битв. Да, я должен качнуть этого саба. Не, ну вряд ли, это мои последние 5 битв на сегодня. И вообще больше сегодня я игру не буду включать. Ибо я наигрался. Ну, тут вроде никто не страшный. Да, подбор странный. То есть они посчитали. Мы даже суммарно к ней не дотягивали по урону и по жизням. То есть, 10-е слияние, 51-й уровень, или какой там у нее был. И кучка, ну и 2 лоха. Ну, лохов там мы быстро завалили, но баба, блин, валила. Надо было внимательнее смотреть, когда эта битва начинается. Ну ничего, теперь я буду мстить. Хочу... Сейчас одним скорпионом всех раскидаю. Точно. Следующий раунд буду одним Саб-Зиро. А следующий одним Рейденом. Ну или не буду. Так. Надеюсь, что следующий раунд Саб-Зиро затащит. Сейчас мы внимательно посмотрим, что там у нас за соперники. Насколько они злобные. Так, 11, 10, 13. Саб-Зиро должен справиться. Да, они, конечно, его круче, но... Ведь сколько у нас будет действовать пассивок сейчас? Так, сейчас все загорятся, и мы меняемся на Саб-Зирыча. Редко использую второй моник, но ничего, ничего, будем стримить, он мне будет нужен. 100 с чем-то этих подписчиков осталось до стрима. Блин, снова левый глаз дергается. Щит побери, левый глаз! Надо просто поспать. Я с ночи, малёха уставший, надо просто поспать. И все будет урай. Так, Морозило должен справиться. Похер, что в блок, мне просто нравится, как он пуляет. Как будто этот... Как будто этот боец вот этот бронзовый с автоматом или Джакс. Очень похож. Очень похож. Вот это вообще мне нравится. Пич. Блин, промахнулся, что за нах. Эх, не будет крутой анимации, ну так даже лучше, быстрее это все закончится. Ну что, Морозило всех замаслал, теперь у нас Рейден на очередь. Уменьшачка у соперника, сила необходима для... Так, Рейден спросил. О, кабанчик. Вот, зацените, 10-е слияние против меня. Нефиг делать.
Это же не золотая карта. Это же не Джейд. Джейд, конечно, могла давно нас всех завалить. Что-то долго она там нёхалась. Вообще, по сути, стояла. Еще бы так постояла минутку, мы бьем точно вдвоем. Рейден и Саб-Зирыч завалили. Тут такая вот эта странная моделька. Страшная, капец. Чуть за жопа такая. Так, погодите, я ведь собирался Рейденом играть. Момент. Гуч. Гуч. Офигенно, кувыркнулся. Вау, таланты. Круто-то. А у меня иммунитет к истощению силы. Ха. Кто его дает? А кто его дает? Рейден его дает. Вот, это кабан. Боюсь, Рейден не справится. Он будет стараться. Изо всех сил. Но шансы завалить такого монстра. Коталь Кана. Кан это у них что-то связано, типа император. Это бляха-муха. Меня тут всякие щиты спасают, но ненадолго. Да ты откуда еще взялась? О, не понял, что происходит, но воспользуемся замешательством соперника. Первый прием у него не добивающий, так что если он его сделает, мне посрать. И он его сделал. Давай, Рейден, ты справишься. А может и не справишься. Бля, щит. А, первый прием не добивающий. Лошара, сука. Короче, Рейден не справился. Вот лох. Значит, какая у нас мысль по поводу Рейдена? Выкинуть его нахрен с отряда. Ничтожество. Нет, у нас другая мысль. Мы берем этого Рейдена. О, блядь. Блядь. И пытаемся затащить вот здесь. Да, он пока бы нести будет чем... Блядь, это вообще максимальное слияние. 60 и 10. Спасибо за крутой подбор. Короче, нам лапти. Выходим с игры. Это. Да он покруче Джейд будет. Блин, он еще и с молотом стартует. Хрень тебе, у меня тут для таких козлов, как ты, есть. Я не знаю, что с ним сделать. Всегда четвертая битва у меня сложнее, чем пятая. Это лохи. Это не помеха. Но это... Это! А если он начнет регенерировать, что мы будем делать? Капец. Ладно. Челлендж! Челлендж! Такого ведь сам не придумаешь, ты ведь не сможешь так подобрать, чтобы хрены без слияний воевали с золотом 10-го слияния, да? Такого, как ты такое подберешь? Ну? Искусственный! А, нейросеть Warner Brothers подобрала мне соперника. Вау, козырно, блин, валим. Не знаю, его рентгенами пулять или что? О, горит, неплохо. Будем его, это, пассивками бить. Там поджарили, там кровотечение. Да ты что, один раз ударил, чуть Саб-Зиро не загнулся. Попустись, бля. Не будем давать ему копить силу. Не, нифига. Кровотечение тебе, падла. Что-то нихера не сработало. Бля, Рейден, держи удар. Там как про какие-то три комбо говорили, что если Рейден сделает три каких-то комбо подряд, он отключит ему там что-то до конца раунда, бля. Минус. Нет, не минус. Нифига себе, ты живучий. Второй раз такая же фигня. Там, кстати, рентген уже готов. Там уже рентген готов. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. О! Держи удар, Саб.
Так, я не знаю, попробуем рентген. Ха-ха, у него, по-моему, щит, и этот рентген сейчас до задницы. По-моему, на нем щит был. Николай, ты молодец, ты просрал рентген. А ну, не, что-то отобрал даже. Come here! О, бля, Рейден, держи удар. Я хочу посмотреть на твой рентген. Давай-давай, рентген. Ну. Ого, нифига себе, первый раз вижу, кстати. Да, походу реально первый раз рентген смотрю. Ну, это уже не рентген, это же этот Fatal Blow или что-то там. Да, было круто. Правда, есть одно но. Он встанет. А он встал и пошел. На, блин, почему-то... Я не пойму, кстати, что наглушается, но... Меня больше другое интересует. Какого хрена у него не отбираются... Сила не отбирается. Сейчас будет обидно, если его спасет талант. Фух, не спас. Если бы его спас талант, он бы сейчас своей силой тут бы нам показал. Короче. Объяснение, почему я затащил здесь, а не затащил против Джейд. Ну, во-первых, я не знал, что Джейд такая супер крутая, но... По Джейд же хрен попадешь. Она же как этот... Кто там? Борис Бритва, хрен попадешь. Или кто там был? Или не Борис Бритва? Да вы издеваетесь. Он, конечно, силен, но не так внушает. Кстати, чем-то Джейсон напоминает, ведь тоже сможет один раз встать. Он, конечно, силен, но не страшно. Да, да. Да, сука, соперники пошли, оно как-то без слияния против десятых, как-то тяжковато, тяжковато, да, да. Но зато челлендж. А ну сейчас момент. Хрум-хрум. Не делайте так дома. Вообще никогда не делайте. Пью-пью-пью-пью-пью-пью-пью. Пью-пью, какого хрена? А, это же он сейчас еще взорвется. Камки! В блок. Чего, он еще выжил? Нифига себе. Я размажу тебя по стенке, чмо. А вот и самое интересное. Делаем ему кровотечение, всякую фигню мы делаем. Там поджигаем, короче. О-о. Что угодно. Лишь бы затянуть время. Истощение силы. Вау, я не знал, что Рейден так умеет делать. Это, наверное, этот самый. Топор. Томагав, в смысле, истощение сделал. Бля, нихера себе. Нихера себе он бьет. Рейден! Тикай! Не дадим ему пыльнуть! Так, первый прием, я надеюсь, хватит. Хватило. Так. Саб-Зиро против Саб-Зиро. Кстати, нифига оно силу не отбирает, там же совсем другой значок, там значок оглушения. Реально Николай что-то тупит. Там же значок оглушения нарисован. А что это, я думал, что он силу должен отбирать. Ну ладно, он силу отбирает при помощи всей вот этой своей морозильной фигни. Я уже заранее кликаю. Кровотечение, у нас куча народа делает кровотечение, поджигает, короче, давай, Саб-Зиро. Ух ты, нифига себе, он огрызнулся разочек. Никакого хрена я решил, что он должен силу отбирать. У него ведь совсем другое нарисовано. Короче, было, сука, сложно. Так, Саб-Зиро, давай-ка мы еще раз почитаем, что это я вдруг такую фигню решил. Тут же реально написано. Тут же реально написано истощение силы. Так, а оглушение, другой же значок у него такой этот. Шатун. Там совсем другой значок. Так, ищем скорпионов.
Ну, вот такой значок у него. Короче, пофиг. Кто-то... Пассивочка, видать, там срабатывает. Элитный боец. Все, Николай, молодец. Наигрался сегодня. Капец. Наигрался. Как попасть в тот дурной отдел? Вот тот. А где он? Вот он. По-моему, там еще один набор появился. Сука, не один. Что это такое? Новое. Что новое? Черт, тут еще наборы. Так, ребята, раз у нас такой длинный ролик, делаем все, что я хотел. И даже перерисовываем мою эмблемку. Мне те молнии или кто там сейчас надоел. Вау, титул. Отлично, Амелина. Там стойки, по идее, должны были для них открыться. Я провел там 25 битв или нет? Или 25 раундов, или что они там от меня хотели? От Сосин Китана! Вау! Масочка! Наверное, появилась в этом DLC, а может и нет. Ну, в смысле DLC, обновление. Вообще странно, они так поступают. Что это за обновления такие, добавляющие одного персонажа? Вот раньше было обновление, так обновление, да, ребята? Там, по 3-4 сразу же добавлялось. Сразу заходишь в войны фракции, они там уже все есть. Испытаний ни на кого не было, а народ уже всех взломал. О, были времена, не то, что сейчас. Не тот комбат. Интересно, будет ли какая-то игра, которая переплюнет этот Mortal Kombat по продолжительности, ну, мной задрачивание в нее? То есть, блин, ну 4 года, реально, 4 июня я посмотрел, как в Google, 4 мая, как в Google Play добавили Mortal Kombat. Ну там, по-моему, в Вики официально стоит, по-моему, 5 и 5 мая, что релизнулся на Android. То есть ровно 4 года будет. Так, я снова вышел оттуда, да? Мне вот сюда. Носик забился. Так. Давайте-ка посмотрим, что я тут открыл. Вау, красиво. Да, красиво. Блин. Вау, какая очпоительная штука. Что такое? Бабулька загрустила. Писано грусть. А чё они новые арены не добавляют? Я вообще не могу понять. Ну чё так слабо эта игра развивается? Ну добавьте новых арен, блин. Футбол, эту футболочку или эту футболочку? Ну, в смысле, футбол. Бол. Ну, добавьте реально новых арен. О! Вот такую картинку я недавно видел, когда за Джакса проходил. Или не за Джакса, это похер. За кого-то там проходил, была такая. За Соню, наверное. Че, симбионт? Почему вы симбионта не добавили в игру? Разработчики. Преследование. Даже у Кунлау что-то открылось. Не знаю, нафига я ее сюда выбираю? Хрен его знает. Очередная молния, а то у меня не было молний. Саб-Зиро масочка, секундочку. Блад, где она? Свежее дыхание облегчает понимание. О, похоже, да? Люкан, Люкан, Коталькан, Коталькан, Джеки Брикс, все фигня. О, маленький псих. Да, какая же фигня. Кастомизацию никогда, кстати, не любил. Может, Скорпион меня сейчас порадует очередным кунаем, блин. Да, как вам, хрень собрал, да? Я тоже так думаю. Скорпион. Injustice. Бог грома. Как ни странно, Скорпион бог грома. А Рейден тоже бог грома. Рейден бог грома. И Скорпион бог грома. Ну не тупость. Я еще тогда, когда она выпала, обратил внимание, что разработчики что-то где-то не доделали. Так кто же из вас все-таки бог грома, а?
Наверное, Скорпион бог грома. Какой-то альтернативной реальности. Пиявка. Избранный. О, я буду принцесса. Словно тень. Кивора. Панк, как говорил Джонни Кейдж в какой-то там в 9-й части. Душекрат. Да. Собрал, конечно, вы видите, фигню. А шо робить? Все, братишки. Наигрался. Тут чуваков всех отправил. Своё фе по поводу отсутствия одиночного режима высказал. Что вам еще сказать? Нет того дичайшего восторга. Хотя, наверное, был бы восторг, если бы я был помоложе на 4 года, да? И это все было. Ты такой только установил игру, и вот это все у тебя доступно. И ты такой вау. А сейчас ничего нет. Кстати, вот это тоже не занимаюсь. Я не знаю, как там баг работает. Вы в курсе? Тестировали? Я как бы забил. Если бы яйцо у меня апнутый, то я на это дело забиваю. И вот тут можно... Вау, что можно так делать? Ни хрена себе. Не, погодите, это только о персонаже там почитать, потому что он... А испытание на него идет? Ого, Саб-Зиро, ты настолько крут, что тебя искать надо? Блад промахнулся. Да, тут ведь нет такой картинки. Ну да, тут нет. А было бы прикольней. Как-то раньше лучше было сделано. Там какая-то была задний фон, там какой-то был. Кто знает, как зовут Саб-Зиро, а? Без подсказок. Куай-лянь. Так тупо, что он взял имя Саб-Зиро. Это так странно. А он эту хрень умеет пускать? Оно же не для красоты у него? Или для красоты? Не, по идее, не для красоты. Вау, не знал, что ниндзя такие накачанные бывают. Ладно. Всем спасибо за внимание. С вами был Ник Фрост. До встречи через день-два. Пока.